Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей уже Crazy Life. Продолжаем проходить Assassin's Creed, и на очереди у нас 9-й эпизод «Темные секреты». Поехали! Ее держат под землей, в лаборатории. Туда можно спуститься на лифте, только бы добраться до него. Темные секреты, сентябрь 18-го, Москва. Убежище. Вряд ли оно сильно изменилось. Надо добраться до лифта и использовать код, который дал Илья. Ну хорошо. Патрули. Главное, чтобы Илюха нас не обманул. Еще не вышел. Аккуратно пробегаем. Сейчас он повернется налево, этот отворачивается. Хорошо. Быстро наверх. Угу, хорош. Ты в бок предлагаешь? Ну, давайте попробуем аккуратно здесь пройти. Текс. Убить его, что ли? Хотя, если я его убью, скорее всего, тот чувак, который спит, меня запалит. Давайте попробуем лучше по столсу это все сделать. Вот и все. Опа. Аккуратно. Какая-то мина. Угу. Ух, ничего себе, это кто? Два стражника. Угу. Значит, у того, который слева, есть магнитный ключ. Слушайте, ну тут все просто. Сейчас смотрите, он отворачивается, и мы этого гасим. Угу. Теперь смотрит налево. До свиданицы. Тем самым забираем ключ. Сейчас посмотрит в мою сторону. Сейчас будет смотреть опять налево, мы его щелкнем. До свиданицы. Так, что у нас там дальше? У нас есть один охранник, который смотрит по сторонам. А там больше нет охранников, что ли? Да ладно, я не поверю. Может, тут... Ага, ассасин тут прячется. Ну, понятно. Что же можно сделать-то? А, тут какой-то рубильник есть. Давайте попробуем вырубить. Ты не хочешь, ты не можешь. А почему? Ну, знаете, можно как сделать? Можно, допустим, заюзать дым и обоих их убить. Так, в принципе, я думаю, нормально же будет. Или этого можно, допустим, убить стока. А ассасина уже дымом выманить. Сейчас я тобой займусь. Выходи. Вот и все. Все гениально просто. А, нам наверх нужно? Окей. Настюха, я иду за тобой. Они же вроде как хотят какую-то душу там из нее вытащить. Черт. Курить нечего. Душу ассасина. Скука смертная, повеситься можно. Зона подкреплений. А можно было налево сходить. Ну, вроде как нам сюда. Так, аккуратно. Он повернут к нам спиной. Пробегаем. Ой-ой-ой-ой, у меня спалит же. А, можно было в ящик спрятаться. Понято, понято. Хорошо, не вопрос. Пробегаем. Прыгаем в ящик. Девчонка, сейчас, как только он охраной, там, внизу. Пойдет направо. Укусила меня, чертовка. Мы быстренько сейчас пробежим внизу? Вперед. Давай. Быстро. Все, не должен меня спалить. Этот не видит. Хорошо. Давай, разворачивайся, уходи отсюда. Отлично. И спокойно перебегаем. Вот и все. Без шума и пыли. А тут у нас что? Ага. Можно по люстре пройти. Сейчас он как только отвернется. Черт, не успел. Надо это делать все очень быстро. Давай, еще раз смотри. Угу. Плохо, что не видно логотипа над его головой, когда он будет поворачиваться. Да так. По крайней мере, до свиданицы. Никто меня не видит, не слышит. Что тут скажешь?
А ты так и будешь смотреть? А, он тоже поворачивается. И еще минус один. Пробегаем вперед. А, ты мне предлагаешь монетку забрать? Ну, давайте попробуем. Весело. Я думал, он за люстру зацепится. Ну, ладно. Начинаем с этого места, это хорошо. Угу. Забираемся все выше и выше. Лаборатория, я так понимаю, находится где-то под землей. Но что-то пока мы бродим в каких-то зданиях. Быстро-быстро. Отлично. А нам куда нужно-то? Вот сюда, что ли? Допустим. А, не разговаривать начали. Здорово. Что, ну давайте монетку подберем. Сюда ох, вон спалили. Там. Ну все, убивайте уже. Вот она до чего доводит. Подбор монет. Давайте еще раз попробуем. Не знаю, правда, сохранили то, что я монетку подобрал или нет. Ну, неважно. А, сохранили. Ну, окей. Так станет намного проще. Сейчас они заговорят, мы спокойно залазим наверх. И постараемся по столсу пройти вперед. Угу, обернулся. Все начали говорить. Нет. Аккуратненько, ты что, здесь думаешь, проходим. Он попытается сюда пробраться? А кто ты еще знает? Кто? И ассасин еще тут стоит, ждет нас. Ты же понимаешь, что все это слухи да байки. А чего ж ты тогда так нервничаешь? Так, надо аккуратно. Давай, подходи сюда поближе. Минус. Двейтка, живы-здоровы. А его можно и не убивать, в принципе. Давайте попробуем поверху просто пройти. Надеюсь, уляжется эта канитель. Угу. Вот и все. А то можно было бы как бы и дым заюзать, но смысл тратить. Спокойно проходим поверху и... Тут у нас куда? В окно опять. Ага, подъемник. Это хорошо. Наверное. Итак, лаборатория. Посмотрим, сработает ли код. Главное, чтобы меня не заметили. Сейчас, сейчас, сейчас заберемся. Никто нас не спалит. Не зря забирался наверх. Слышал, там внизу какой-то прогресс наметился. Не знаю и знать не хочу. Это великий день для братства. Возможно, мы приблизимся к разгадке тайной шкатулки мастера-ассасина Эцио Аудиторе. Ради этого мы убьем ребенка? Может, она и не умрет. Бывали выжившие. Вроде. Ключевое слово «может быть». Жизнью я бы это не назвал. А, типа, даже если она выживет, ничего хорошего с ней не случится. Понятно. Надо восстановить питание. Решетку, говоришь, взломать? Ну, давайте попробуем. Тянем, потянем. Аккуратно вперед. Еще какой-то пар тут, я смотрю. А, черт. Здесь нужно, наверное, просто перепрыгнуть это все дело. Окей, попробуем еще раз. Да что такое? Ничего себе, второй раз уже так попадаюсь. Так, аккуратно. Вот, нормально. С третьего раза. Не-не-не, погоди. Может, отсюда можно? Отлично. Спускаемся вниз. Полный порядок. До свиданицы. Ну-ка, что у тебя есть интересного? Если кого подозрительного заметите, немедленно... О, магнитный ключ. Здорово. Аккуратно поднимаемся наверх. Сейчас надо пройти. Здесь без палева. Его мы не убиваем, не трогаем. Он у нас отвечает за рацию. Доложить обстановку. Пока все тихо. Никаких инцидентов. Угу. То есть, что получается, налево и направо ходишь.
Ладно, ждем. Сейчас он пройдет направо, мы спокойно спрыгнем и пролезем в это отверстие. Отлично. Тихо, проходим. Никто нас не видит, не палит. Ой. Понял. Держите меня в курсе. Понял. Получается, здесь нужно его... Ага, может убить его или ограбить? Давайте лучше попробуем ограбить, потому что он отвечает на рацию. Если он будет не отвечать, мы спалимся. Докладывайте. Докладывай, Ди. Сейчас он посмотрит направо. Ага. Пока теперь все опять тихо. Сюда. Никаких инцидентов. Давай. Ух, напряженный момент. Все, ждем. Сейчас он еще раз будет докладывать. Мы спокойно здесь пройдем. Главное не торопиться. Угу. Налево. Доложите обстановку. Иди докладывай. Ждем. Сейчас он налево. Сейчас направо опять. Полный порядок. Вот и все. Давайте на всякий случай еще раз залезем сюда. Еще одна решетка. Тянем. Крыша худая, зато хоть солнышко греет. Солнышко в руках. Как в старой песенке из 90-х. Ой-ой, чувак, погоди. У нас получается один охранник идет снизу, с левой стороны. Этот зыркает по сторонам. Ну что ж, понятно. Сейчас он отвернется спиной. Мы спрячемся. Угу. Давай. Налево. Теперь направо. Быстро. До свиданицы. Забирай труп-то. Отлично. Еще бы чуть-чуть. А тебе что-нибудь интересное было? Нет. Окей. Пробегаем вперед. Оу, это еще кто? Черт, думай. Должен быть обходной путь. Но у нас, к сожалению, нет магнитного ключа. Может, у этого охранника есть? Сейчас посмотрим. Ага, конечно, у этого магнитный ключ, а у второго выстрелы. Сейчас ему позвонят по рации, мы аккуратно заберем у него. Я слушаю. Так, полный допустим. Порядок. Аккуратно. Понял. Все, и валим отсюда. Нормально. Ух, напряженно было. Так. Ох, ничего себе. Ждем. Отлично, охранники уходят. До свиданицы. Сейчас этому по телефону позвоним. Алло, есть кто на проводе? И спокойно. Слушайте, его убиваем. Сюда звони. До свиданицы. Угу. Ну давай. Отнесем труп. Ой, а кто меня спалил-то? А, ничего себе, он меня там палит, что ли? Тогда лучше его не убивать, а грабить. Окей, попробуем. Не знаю, правда, получится, нет, там очень мало времени. Вот здесь такое напряженное место, тут просто доли секунд. Любая ошибка и все. Выходим. Пока все тихо, никаких инцидентов. Отвернулся, грабим. Отлично. И сваливаем сразу же. Как будто ничего и не было. Да вылазь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это косяк. Нажал спрятаться, а он решил ему позвонить. Потому что к телефону я ближе находился. Ждем, 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 ждем. Угу. Сейчас будет уходить. Ему скажут по рации. Докладывай. Докладывай, давай. Выходим. Полный порядок. Отлично. Понял. И сразу сваливаем. Вот самое главное, это сейчас добежать до ящиков, чтобы не было опять... Как в тот раз с телефоном. Охранники уходят. Угу. Звоним по телефону. Да. Алло. Алло, алло. Так он же палит, а как? А, можно наверх подняться. Вон оно что, скорее всего так и нужно. Просто там вообще не успеть. Там все очень ограничено по времени. То бишь мы его ограбили и тут же наверх. Лучше даже можно подкат заюзать, чтобы быстрее к нему добраться до него. Докладывай. Докладывай давай. В сотый раз просто уже без докладывай. Понял. Держите меня в курсе. Меня напрягает это место реально. Здесь тоже очень опасно. Да и в принципе здесь не все так просто. Отлично. Не заметили. Уже хорошо. Эти охранники уходят. Давай-ка, подними трубочку. Да. Алло. Алло. Это жесть просто. Вы видели, да? А, мне еще и этот палит. Что такое? Нихера себе. За доли секунды просто успел. Прям перед его лицом уже наверх залазил. Жесть какая-то. Главное, в таком месте за пара. Здесь все делаем четко, без каких-то проблем, а там... Давайте еще раз пробовать. Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Иди докладывай, сейчас тебе позвоню. Докладывай. Угу. Полный порядок. Как ты меня спалил-то? Ты чего? Бред, он же раньше меня не видел. Может, он из-за того, что головой мотал, меня вот этот верхний треугольник задел и запалил. Давай, отворачивайся, а ты докладывай. Я слушаю. Пока все тихо, никаких инцидентов. Отворачивается. Ох! Понял, держите меня. Черт, 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 я не те кнопки нажал уже, блин. Эти кнопки грабить и орлиное зрение находятся рядом, и я вот переволновался уже. Доложить обстановку. Иди докладывай еще раз. Полный порядок. Блин, реально очень напряженное такое место. Продолжайте. Пошел к черту, ты меня не видел. А тут он сразу развернулся. В тот раз так не было. Ждем, ждем, ждем. Сейчас эти уйдут, упыри. Но мне уже, по-моему, серебро дадут. Меня же запалили, типа. Это не очень хорошо. Чё такое? А почему тревогу-то подняли? Чё случилось? Не понял этого момента я. Ладно, еще раз. Главное сразу не вылазить, потому что он машет головой, и этот верхний треугольник меня задеет.
Докладывай. О, почти в раз сказали. Пока все тихо. Никаких отлично, сейчас он отвернется. Быстренько его лутаем. И сваливаем. Да что за хрень там? Опять меня запалили. Ну там действительно очень-очень мало времени у нас. Сейчас опять поднимут тревогу, поди. Но пока все без палева, хорошо. Сидим. Все хорошо, все на позитиве. Никто меня не видит, никто меня не палит. Вылазим. Иди трубку возьми. Кто это? Кто? Слушайте, кто? Дед Пихто кто? Не, ну вы видели? Это жесть вообще какая-то. Как вообще можно успеть-то? Не, ну мы в тот раз успели, но там задули секунды просто. Блин, жесть какая-то. Мне бы, конечно, проще было бы его убить. А может так и сделаем, да? Давайте попробуем. Докладывайте. Там просто труп надо спрятать. Чтоб не запалиться. Полный порядок. Ай, блин. Ну что ж я поторопился-то? Меня уже реально бомбит это место. Ждем. Я слушаю. Давай. Давай, отворачивайся. Полный порядок. Головой он тут вертит туда-сюда. Понял. Все, сваливаем. Вот первый раз он еще отворачивается против нашей стороны. А когда делаешь второй раз, он сразу же на нас поворачивается. То бишь там вообще без вариантов. Все, я скорее всего его убью. Потому что там охранники, они меняются. Наверное. Вот смотрите, они же туда-сюда ходят. Мы можем спокойно потом донести труп до суда и спрятать его. Чтобы не спалиться. Во времени-то мы не ограничены, как бы. Это радует. Хоть в чем-то нас не ограничили. Да. Угу. Алло! Как ты меня увидел? Ты чего? Ни хрена себе. Это получается, он туда-сюда ходит, еще надо пробежать так, чтобы он меня не спалил. О, это вообще геморрой какой-то. Хотя, смотрите, можно как сделать. Я ему позвоню, он пойдет к телефону. Я залезу там наверх, просто подгадаю лучший момент. И все, и убью его. Если да, так сейчас и сделаем. Заметите, блин, заметил. Валим. Хотя они сейчас могут тоже опять тревогу поднять. Они ж в тот раз на ровном месте тревогу подняли. Угу, уходит. Делаем звоночек. Давай. Упырёныш, уходи. Все, смотрите, залазим наверх. Ждем. Вот он пошел сюда. Вот. Забираем трупец. Сейчас надо его полутать. Где там тот охранник? С этой стороны. Ждем, когда он на эту сторону пойдет. Отлично. Сами проходим сюда. Сейчас мы этот труп в ящике спрячем. Конечно, если можно. Да, отлично. Тут нет охранника же, да? Все, хорош. Отсюда он уходит. И мы спокойно пробегаем. Ну, наконец-то ж. И тут еще солдаты вышли. Какое сложное место-то на самом деле. Настя, я здесь. Настюха, я тут. Анастасия, проснись.
Это вы? Настя, я открыл дверь. Беги, скорее. Вы. Прости меня, я ведь не знал. Надо уходить. Скорее. Лжец. Я убью тебя так же, как Джан Юна и Тигров. Что с тобой сделали? Помни, ты — это ты. Тебя зовут Анастасия. Я... Бежим. Жесть какая-то. В нее, походу, вселился этот дух ассасина, и мы за Настюху играем. Ну, действительно, он-то вообще ни в чем не виноват, его предали. Ну, в общем, похоже, лучше бы ей дух ассасина не завладевал. Потому что она тоже какая-то агрессивная стала. Доберитесь до технического этажа, убейте ученых. Ага, хорошо, не вопрос. Охранник ходит туда-сюда, да? Ты же сейчас назад пойдешь? Угу. Ждем тогда. Теперь спокойно перебегаем сюда и убиваем его со спины. До свидания, Ц. Иди-ка трубочку возьми, а мы пока двери откроем. Слабая, значит. Хилая. Ужас какой. Расходный материал. Так, доктор? Девка, девка, узбагуйся. Все хорошо. Жизнь наладится, может быть. Не обещаю. Ой, 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 погоди, погоди, погоди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, тут еще стражник будет туда-сюда ходить. Но дело в том, что если я его убью, наверное, здесь, меня запалят. Уж слишком близко. Угу. Сейчас он пойдет налево. А как тебя лучше уработать-то? Кстати, давайте попробуем здесь его убить. Он как раз, когда развернется спиной, мы его щелкнем здесь в коридоре. Он же прям почти до суда доходит. Угу. Оборачивается назад. А, блин, упустил. Упустил я свой момент, упустил я свой шанс. А, подожди, так ты не палишь, что ли, здесь? Или палит он меня здесь? Он меня здесь не видит. Ну, все хорошо, отлично. Сейчас он дойдет до суда, развернется. А этот вообще ничего не слышит. А ты, здорово. Кажется, втыкал иглы мне в голову. Больше вреда от тебя не будет. Класс. А я что-то бегал туда-сюда, я просто думал, что он смотрит сюда. Он меня бы запалил, но нет. Весело. Настюха, ты, главное, узбагуйся. От этого пара надо держаться подальше. Ух, ничего себе. Ну, конечно, и там ассасин уже сидит, ждет меня. А-а-а. Это надо, получается, сейчас... Давайте пропустим пар, станем на эту платформу, залезем наверх и поверху пойдем. Но, по крайней мере, сейчас ассасина видно, потому что я что-то заприметил, что там не все просто так. Во, и спокойно проходим. А он вообще не вникает и ничего не понимает. Классно, Настюха, молодчинка. Оп. Ой, ой, ой. Давайте аккуратно, сейчас они начнут тухнуть. Угу. Сразу проходим. Проходим, подходим. Без палева. Опять за ассасина играем. Давай, перелазь. Угу. Аккуратно наверх. А он сюда еще идет, ничего себе. Но он по-любому развернется, мы можем его со спины уработать. Угу. До свиданицы. Не запалишь? Вроде не палит, отлично. Все, ждем. Сейчас офицер уйдет, этот развернется, чувачок. Пойдет назад. Угу. И мы сразу следом за ним.
и со спины его уработаем. Вот и все. До свиданицы. Так. А тут чего? Ой, Настюха, прости. А я ассасина высматривал во тьме. Но, похоже, никого нет. Ой, а это тут что? Из укрытия в укрытие, типа. Они там. Ну все. Добрались до переключателя. Это получается, мы Настюхе помогаем, а сейчас будем играть за нее. Ну конечно. Давай, поехали. Ну как-то странно, он помогает Насте, которая хочет как бы его убить вообще на самом деле. Говорят, из-за всей до свидания, сумасохи, цэ? От нас то одни отколются, то другие. Это ты о чем? Украину уже объявили. А если я вот так вот буду передвигаться, меня запалят? Ой, ничего себе, а это кто? Не хотят под большевиками. Уйди отсюда. Смело. А я вот так сделаю. Ой, все равно запалил. Тело обнаружено. Ну, убивай уже. Точно, точно. Он тело сверху увидел. Там, в принципе, можно... Ага, у нас же полный хеликс. Там можно как с хеликсом передвигаться, так и без него. Там же вроде сейчас белые обосновались. А можно ее так сделать? Да слышно. Хотя признаться за тем, что творится, не слежу. Давай, выходи. Обратно ты не собираешься? Вопрос в другом, до куда он пойдет? Разве что в гробу. Он в любом случае пусть должен развернуться. Застрелят. И добровольно как только он развернется, мы его щелкнем. Почему? Думаешь, молодец. Там больше, чем везде? Приезжай, да посмотри. Там живут те, до свидания. Еще очередной лифт. А, просто двери. А что это? У-у-у, Настюх, попалась. Николай! Какая-то газовая камера прям. Откройте защитную дверь, прежде чем Настюха погиб. Настя, осторожней! Да, Настюх, будь осторожна. Ох, ничего себе. Что у вас там такое? Ждем. Еще и назад смотрит. Настюха, держись, я иду к тебе. Я тебя спасу. Отлично, пропускаем. Тут еще и мина, ничего себе. Оп, ждем. Что у вас там такое? Проходим вперед. Вот и все. Настюха спасена. Давай, ты же. Ты там как, жива? Ну, вроде жива, девчонка. Что происходит? Что происходит? Взрывает все. Что может тут происходить? Сваливать надо. Ох, нихера себе. Держись. Молодец. Так, время. Ой, надо по низу. Давай. Ну что ж такое? Почему ты прыгать-то не можешь? Да, сложное место. Что происходит? Да что происходит? Взрывается, говорю же. Настюх, хватит одни и те же вопросы спрашивать. Вот тут аккуратно надо. Опа! Держись! Молодец! Сейчас прыгаем и по низу. Угу. Во, и начала прыгать уже. Быстро наверх. Ага. Поднимаем эту херабуру. Давай. В бок. Быстрее. Ух, справились. Вот и все. Настя, беги. С ноги, вообще красотка. Бам, с ноги. Настя. Николай. Беги к
театру. Жди меня там. Я приду, обещаю. Берегите себя. Ну вот мы и завершили очередную главу. Действительно, эта глава была какая-то очень прям сложная. Очень было много моментов, где просто доли секунды решали все, но тем не менее мы справились, мы прошли. Ну что, ребят, до встречи в следующих эпизодах. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк. Ссылка с прохождением игры, как всегда, в описании под видео. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.